Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда «Барс». В его составе служит минометчик Сергей и командир разведки Алексей, коренные жители Ленинского округа. Станислав Катаров встретился с военнослужащими и поздравил сына одного из бойцов с прошедшим днем рождения. От нас, от городского округа, от меня лично поздравьте его с днем рождения. Большое. Гражданские вопросы волнуют бойцов не меньше, чем задачи на передовой. Военнослужащий Алексей сообщил, что напротив дома 25 в поселке Дрожжино осуществляется незаконная вырубка леса. Глава округа пообещал разобраться в данном вопросе. Я высылал туда наш отдел. Значит, они проверили, посмотрели. Действительно, незаконная вырубка. Сейчас мы с полицией разбираемся, кто это сделал. Также Алексей поднял проблему массовой парковки жителей во дворах, которая препятствует проезду во двор мусоровозов, снегоуборочных машин и другой спецтехники. Станислав Катаров отметил, что системная работа для улучшения ситуации ведется на территории всего муниципалитета. Сейчас разрабатываем правила организации дорожного движения. Губернатор такое поручение тоже нам дал. Мы уже 27 подов разработали. Ну а в эти 27 подов входит у нас 56 дворов. Разговор бойцов с главой округа получился продуктивным. В неформальной обстановке за чашкой чая руководитель муниципалитета узнал, какая помощь требуется военнослужащим в зоне СВО, а также помог решить насущные проблемы. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.